Так, ну что, пытаюсь пробиться на шиномонтаж. Там сейчас одни выезжают, потом я за ними. Солнышко, тут народу, очередь, все как положено. Короче, диски у меня боевые. Сейчас мне их еще почистят и будут сажать на герметик. То есть еще плюс 100 рублей на колесо. Еще плюс 300 рублей. Короче, не хотела менять за 1600, поменяешь за 1800. Ну, как бы, что делать? Потому что они потом будут подздуваться и ездить, надувать. Это еще по 100 рублей. Такие вот дела. Что делать? Все стареет, машина тоже. Что? Меняемся. Меняемся, потом вазон. И я доеду, посмотрю, там петуньи продают уже или нет. Как раз там развернусь. Ну, вот как-то так. Так, все. Теперь вазон. И домой. Смотрите, какая красотка. Мур-мур-мур. Привет. Все, пошла. Разрешила пару фотографий, села и ушла. Так, ладно. Пошла забирать свои покупки. Поменяли мне шины. Сказал мне, что у меня старые. Зимние шины 2011 года выпуска. Посадил три колеса на герметик. Ну вот эти шины тоже посадил на герметик. Ну а что делать? Машинка старенькая, конечно. Все стареет. Все стареет. А у меня для кошечки. Не, у меня для кошечки нету ничего. Ладно, пошла я забирать свои посылки. Боже, смотрите, шишечки маленькие. Какая прелесть. Там маленькие и большие. Класс. Объемы бедствия. Ага, там еще третья штука. Да. Ты ящик собери. Собери сам.
Все. Вроде пока все. Спасибо большое. Извините, насорили мы тут ящиками. Ну, вроде все влезло. Так, пошли посмотрим, что там цветет. И поедем домой. Одинокое. Дерево. Старенькое. Тоже, наверное, вишня или черешня. Да, наверное. Боже, как пахнет. Класс. Так, поеду сейчас, объеду здесь, посмотрю, продают ли там петуньи. Почему хочу сразу купить? Потому что вот эти вот сиреневые, которые я все время, каждый год покупаю, их очень быстро раскупают. Поэтому хочу их. Но если не будет, возьму розовенькие. Вот, ящики теперь есть. Надо только осталось их это прикрутить. Ну, посмотрим. Может, завтра добрый человек не сделает это. Если не сложится, то нужно будет мастера тогда звать. Ну, опять же, мастера звать, это денежки платить, да? Тюльпанчиков. А денежки платить, это денежки платить. Надо будет посмотреть уже по финансам. Ну, конечно, хотелось бы уже сделать это. Но, в общем, будем смотреть. Будем посмотреть. Машину. Солнышко вышло, но это хорошо. Единственное, машинку я еще не помыла. Там у них пока занято, надо записываться. Думаю, ладно. Шины я поменяла. Он мне за 2000 поменял. Почему-то у них стало теперь это стоит 1700 и плюс 300 рублей, то что они почистили мне и посадили на герметик три колеса. В Бронницах я спросила, он сказал 1600, а я помнила, что здесь 1500. Ну, короче, что делать уже, ладно. Этот мальчик проверенный, делает хорошо, поэтому ладно. Там, что-то давно я тут не ездила, какие-то, что это? Какое-то озеро, что ли, делают искусственное? Нет. Непонятненько. Вот эти домики. Ну, как-то заселяются потихонечку. Как-то поселок строится. Все, в общем, вот такие вот дела. Еду сейчас посмотрю петуньи, и тогда уже все. По Новорязанке уже в сторону дома. Так, ну что, пошли смотреть петуньи. Такие маленькие, хорошенькие, непонятненькие. Здравствуйте. Вот еще петуньи. А петуньи это вот все, что у вас, да, есть? Апеля здесь. Вам как пока нужно? Вставаем? Да, бог его знает. Куда, в кашку? Ну да, в ящики. Ну смотрите, где можно кустовую сажать, она будет дешевле, 30 рублей. Ну да, вот маленькая. Она будет кустиками. Да, да. А апель, она такая свисать будет, знаете, нависать. Вот. А, не в кустиками. В кустиками, да. Вот белая, вот здесь вот есть такие цветные, микс немножко, и там на витрине, да. Ага. Вот эти вот, по-моему, в прошлом году я забирала. Мне нужно 10. Вот вы знаете, я не могу выбрать. Мне нравится и тот сиреневый, и этот. Может быть, мы можем сделать 5 таких, 5 знаете, таких? Знаете, я вам фиолетовый не советую на окно. Когда вечер, их вообще не видно. Такое чувство, что у вас темное пятно с окном сливается. Я просто видела. А у меня фонарик. Ну, такой, смотрите. Такой солнечный. Смотрите. Просто я видела, когда я иду, так люди посадили красные, белые, синие издалека.
как будто в середине дырка, я не пойму, что за фигня-то. А подхожу близко, уже только потом увидел, что в середине синяя петуня, она темное пятно, его не видно. Да? Поэтому я, смотрите сами, как хотите. Ну, я их разбавлю, получится. Да 5 и 5 можно, да, будет? Ну, мы по 6 режем, по 6. По 6? Да. Нет, больше ничего. Вот с юбочкой, может быть, было бы даже лучше. С юбочкой, да? Ну, давайте с юбочкой. Слышать. Доверюсь вам. Чтобы поярче было. Ну, да. Блин, просто не все цветут, непонятно какие. А. Когда, блин, заряжаешь, половина... Сейчас, да, у нас такой сезон. Сколько вам? 300. Пожалуйста, спасибо большое. Хорошей вам торговли. Спасибо. Все, всего доброго. До свидания. Так. Сейчас откроем нашу карету. Летишь ли? Как я сейчас все это буду домой забирать. Так вот. Чего только нету. Только у Михайловской слободы. Ну, опять же, кто местность нашу знает, тут этот рыночек. Да, всяко разно. Все, а я домой.